Третье место занял хоккейный клуб «Орлан» в весеннем кубке по хоккею среди юношей 2005 года рождения. «Орлановцы» обыграли по буллитам «Юрматы». Команда из Салавата стала четвертой в общем зачете. Уступили наши уфимским хоккеистам школы имени Азаматова и Салавата Юлаева. Они заняли первое и второе места. Посмотрели резерв и увидели, что резерв действительно у нас есть. Вот сейчас у нас будут небольшие изменения. У нас ребята из второй команды попадут в первую команду. И наоборот, соответственно. Вот прекрасно себя проявили в двух матчах, проигрывая со счетом 1-2 и 0-2, сумели догнать, сравнять в счете и даже по буллитам выиграть. 29 и 30 марта в Стерлитамак-арене состоится финал детской национальной хоккейной лиги Республики Башкортостан. Вход свободный. Генеральный информационный партнер хоккейного клуба «Орлан», Стерлитамакское телевидение и СТР-медиагруппа.